В Ржеве работает передвижная выставка «Поезд Победы». Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе. Через интерактивные форматы создатели музея передают образы предвоенных лет и времен Великой Отечественной. В этом году экспозицию дополнила редкая подлинная видеохроника. В частности, представлены материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории ДНР и ЛНР. Подлинники документов, книги, формы и агитационная атрибутика украинских националистов, предметы с нацистской символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма. Экспозицию дополняют мультимедийные материалы, свидетельствующие о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014-2022 годах. Своими впечатлениями от посещения «Поезда Победы» поделились учащиеся школ Ржева и Ржевского района. Поставили новый мемориал, и сюда съезжается большое количество людей, и люди узнают что-то больше, не только о том, кто погиб, но и как они воевали, как они жили до войны, после войны. Нужно хранить память своих предков, нужно гордиться, что они воевали для нас, за нас, чтобы вот сейчас мы стояли и светило солнышко.